Всем привет! Давно хотели заехать в этот магазин. Называется «Ликвидация мебели из отелей». Вот сейчас мы с вами подойдем, посмотрим вообще, что почем здесь. Прежде чем покупать что-то, мы решили заскочить сюда и глянуть, может нам что-то пригодится. Сейчас покажу цены. Вот тут какой-то столик стоит со стульчиками. Немножко, конечно, потертое. Столик 19, стульчики по 29, какой-то лежак за 49. Мы сейчас зайдем внутрь, там будет поинтереснее, я думаю. Пойдем лучше. Ну, кстати, стулья можно взять, но все-таки. 19, мы вообще в Walmart, вон по чем смотрели. Гораздо все дороже. Довольно много. Так, тумбочки. 39. Столики. Ну понятно, что они ж не новые. 99. Ну что, классно, кресло на балконе поставить. На балконе у нас места много. По 19 долларов. Диван. Диван одинаковый, смотри, разные. 100 долларов за диван. Надо светильник, кстати, его купить. Какой-нибудь. Вот такие. Сорок девять. Hello. Hello. Okay, thank you. Короче, вот на балкон можем взять. Вот где матрас. Мы искали матрас. Вот это? Место большое. Смотри, садишься на него. Не, можно просто усесть с ногами залезть. Ну да. По 29 долларов. Слышь, Наташа, ну на балкон так точно можем взять. Матрас. Да, слушай, хороший матрас, как новый. Нет, да, в отелях вообще крутые матрасы. Ну. Они такие классные. Ну, это да. Это да. Это не то, что мы на пружинах купили. Очень много матрасов. И почему они? Смотри, можно оборудовать целый зал. Кинозал. Вот эти камазики на пластике, как по мне. Интересные. Эти? Угу. Что-то такое интересное. Египетские? Из камня? Это низ, кажется, вверх. А, точно, они так ставятся боком, да? Прикольно. Ну, видно, они уже старые, сто раз покрашены уже. Обит... Не, столешница вообще бы что. Вот тут мне нравится, ничего. Да, пластик, мне кажется, как-то. Ну, тут вверх более-менее такой нормальный. Ладно, давай спросим, сколько матрас стоит. Ну, ходи вокруг, что написано. Стрекон толстенный. Как два матраса толщиной. Ну, там был один. Это что за чудо? Чудо типа. 400 долларов. Это, я так понимаю, подставка под матрас? Ножки такие, да? Может быть. Ну, как камень. Может быть. А вот эти пружины. А смотри, новые матрасы продаются у них. Где? Ну, в упакованных, в зверь.
Да, очень похоже на новые. Вообще детям можно было здесь взять. А почем они? Нет, так мы же детям хорошие взяли. У нас просто матрас тот такой временный. Купили себе. Большим здесь нету никакого. Пойдем там вначале, там еще что-то было. Вот. А? Вот рабочий каркас. Каркас? Да, для кровати. Вот смотри, она на пол просчитается. И вот ножки посередине. Три штуки такие. Да, он там лежит. $25 стоит. $25 всего лишь за каркас. Слушай, надо взять. У вас на что там? Не было еще матрас. Вот этот. Ну, не наш, конечно. А поиск какой-то. Ну. И он сверху лежит. Вот эти все, да? Да. Скрученный механизм. Вот эти механизмы точно можно приехать. Если матрас брать такой толстый. Ну, шезлонг можно на балкон стоит забирать. Сама по себе мне просто не нравится. Мне нравится. Чего, диван у вас, смотри. Нормальный обычный диван? Не, я не. Там уж новая замотанная, смотри. Я говорю, деревянная. Слышу, слышу. Ты меня слышишь? Слышу, слышу. А, вон торшеры стоят, по-моему. Где? Вон там. Или это кальяны стоят. Что это такое? Короче, можем с тобой взять стулья. Давай сейчас возьмем какие-нибудь стулья. Да не хочу. Положим, место есть. Хорошо. Не хочу сейчас ничего. Ну, раз приехали уже. Видите, я хочу сначала изучить вопрос про этих клопов там всяких. Да, и купить сразу какое-то дезинфицирующее средство, прежде чем домой. Вон торшер на торшере. Это не совсем торшер, а как раз таки между белыми. Хорошо. Вот, смотри на это. Картины. А, ну да, какие-то металлические, это тяжелые. Почему? 29. Ну, типа такого, знаешь, на него абажур такой беленький. Угу. Вот такой, да? Ну, это же карьера не нравится. Я бы купила какой-то внешний и на него купила бы. Окей. Микроволновки. Большая микроволновка. Как у нас такая? Плита 400. Надо спросить у детей. Ну что спрашивать, купим и все. $29. Так сюда надо сразу этот плафон этот да, купить. Да, ажур купить. Вот тут там много будет. Зеркала. По $15 зеркала. Ну да, тут много этих всяких абажуров. Целая куча. Ну. Вот это, мне кажется, самое крупное, если взять пожурчик сверху купить. Тут и крепление для пожура есть сразу. Вот тут нет. Угу. Вот тут есть. Либо вот этот, который вот движется. Выбирай какой. Им взять. Угу. Такой лучше? Да, это, конечно, только что движется. Ну, движется, движется. Вот я бы тогда вот такой взяла и к нему сейчас абажур подобрать какой-нибудь хороший. Ну, давай. Абажуры. Вон телек есть, кстати, может купить телек. Абажур 19. Нет, это картинка. Какой-нибудь, это не грязный. Что? Не белый, а такой желтенький. Мне кажется, лучше, чем белый.
Угу. Какой, интересно, большой или поменьше? Или вот из этих? Все закрыты же. Нет, там не грязные, но здесь поцарапаны. Вот этот вот самый аккуратный, наверное. Тише его сейчас. Вообще залиты. Так надо два, наверное. Почему два? Каждый. Ну, я пока там только один нашла. Нет, давай один купим, проверим. Если надо, будет приезжать за вторым. Ну что, один тогда? Ну, давай, давай. Спрашивай. Ну, мне уже не здесь, наверное. Я пойду посмотрю телек. А, он так, может, просто стоит. Прикреплен. Да, треснутый. А вот и лампочки. Ну даже тут и лампочки есть. А? Ну. Привеси, правда, не знаю, какую-то проблему. Он прикручивается сверху. Мне больше этот нравится. Квадратный. Квадратный. Двойной зато ярче будет, две лампочки поставишь. Нет, это вообще ерунда какая-то. Можно без твоих комментариев, я сама посмотрю. Без комментариев. А может вот этот, слышишь, висит как трубу, большой такой. Может, помятый. Так можно взять, ну, штуку эту. Так, ну ладно, хорошо, все посмотрели. Сейчас что-нибудь выберем потом. Если что-то купим, покажу. Вот такой светильничек себе взяли с двумя лампочками. Вот еще два абажура на него одеваются такие. Чик-чик. Вот. Ну, остальное, если вдруг нам что-то еще понадобится, будем знать, что здесь, в принципе, для балкона так точно мы здесь купим. А может быть, что-то еще для комнаты. Все, всем пока. И стоил этот светильник, не сказал вам сразу, $29 плюс налог, в итоге $31.